Сейчас. Всем привет, ребята, вы на канале Санишки играем вместе, и сегодня мы, ребята, вот уже видим с вами, мы встретимся с новым персонажем. Посмотрите-ка, какой он красивый, молодец, как на нас смотрит. Это называется нервный гость, его зовут нервный гость. Ребята, и что, сейчас он настроен к нам не очень хорошо. Но если мы дадим ему этот цветочек, он будет добр с нами. Я надеюсь. О! Что произошло, ребята? Вы видели? Мы дали ему цветочек. Посмотрите-ка. О, как он радуется. Вот это да, аж около нас ходит. Дружище, привет. Ты так рад, такое ощущение, что он хочет просто нас обнять. Смотрите, какой милый. Какой милый. И вот, ребята, вот эти цветочки, они раскиданы по карте. Такие тюльпанчики или роза. Ну, вообще это называется роза, но больше похоже на тюльпанчик. Или как аленький цветочек. И вот если мы дадим ему этот цветочек, он будет... не будет причинять нам никакого вреда. И также он не будет причинять вреда и другим игрокам на сервере. И он такой, ребята, огромный. Смотрите, как почти как сиреноголовый или как инопланетянин. Вот он спавнится, ребята, спавнится около психиатрической клиники. Смотрите, я очень долго искал его. Очень долго. Смотрите, это еще что такое, ребята, машина. Машина, которая привязана к дереву. Первый раз такое вижу. Вот это психиатрическая клиника тут. И именно здесь его можно найти. И у меня такое ощущение, что когда вы ему дарите этот цветок, он начинает за вами ходить. Смотрите, какой. Вот прям на меня находит, представляете? То есть от него сейчас уже, ребята, вообще не отвяжешься никак. Он будет ходить за мной. Но только он не будет причинять мне вреда, потому что мы, получается, с ним подружились. То есть если вы найдете на карте цветок роза... Я, ребят, сейчас попробую вам найти еще один цветок, который здесь растет. Потому что я принес с собой цветочек, но здесь где-то должен расти еще один. Так, давайте посмотрим. Посмотрим, что здесь. И где здесь можно найти еще цветочек. Потому что на том месте, где он спавнится, вы можете найти цветочек и ему подарить. Ну, здесь я не вижу, конечно, сходу. Но я подобрал этот цветок, эту розу по пути сюда. А, ребята, вот кажется, смотрите, да? Точно, вот по пути к этой больнице вы можете найти вот такую розочку. На нее нажимаете. Ну, все-таки это тюльпанчик. Хотя написано, что это роза. Вот видите, циферка 2 написано роза. Но на самом деле это тюльпанчик. По крайней мере, он очень похож. Видите, лепестки? Вот. То есть вы можете подобрать этот тюльпанчик и отнести нашему этому другу. Так, пока я ходил, я уже запутался, где я ходил. А вот он, смотрите, он не даст вам потеряться. О, какой, видите, огромный. Наконец-то я его нашел. Уже почти все жизни потерял. Вот, видите. Очень такой интересный персонаж. Он уже что-то пошел. Ко мне интерес потерял. Вот, видите, какого он. Посмотрите, какого он роста, ребят, сравните. Какие мы. Я, кстати, играю с аккаунта мамы Санишки. А вы, ребята, не забывайте подписываться, чтобы мы делали для вас новые видосики. Посмотрите, я держу розочку, видите? И он держит, вот.
все, он не причинит нам никакого вреда. И также, ребята, еще говорят, что даже если вы в него будете стрелять, он не будет вас бить. Ну, давайте-ка проверим, так ли это. Может быть, он и разозлится, конечно. Ну да, ребята, даже если когда вы в него стреляете, и вы тоже не можете ему причинить никакого вреда, никакого вреда не причинит. Вот, смотрите. Его называют нервный гость. Почему он нервный? Ну, может быть, он так двигается немножечко по-нервному. Непонятно, но очень интересный персонаж. Очень интересно. И будет ходить за вами по пятам, вас преследовать. Смотрите, как красиво. Да, ребятки, вот это он, посмотрите, с этот дом. Сколько тут этажей? Раз, два, три, четыре. Ребят, четырехэтажный дом. Это вам не шутка. Может, еще сиреноголового сюда позвать? Пригласить сюда сиреноголового и сравнить, кто из них выше. Ну-ка, дружище, ты пойдешь за мной к сиреноголовому? Пойдешь по тропинке? Ну-ка, давай, иди. Видите, ребята, идет. Все. Так что, ребята, смотрите, он влюбился в маму Санишку, видите? Сейчас за нами ходит. По пятам, вот это да. По тропинке. Ну-ка, давай, иди, иди. Давай-ка. Так, пойдемте, посмотрим, с сиреноголовым сравним его. Так, пойдешь? Идет, смотрите-ка, ребята. Так, а мне надо, наверное, взять винтовочку и посмотреть на сиреноголового, есть ли тут он поблизости или нет. Чтобы их немножко сравнить. Так, где тут тропинка? Так, это что-то куда-то я пришел в какую-то хижину. Статуи. Так, давай, дружище, иди за нами. Так, здесь что? Здесь какой-то домик. Так, ну давайте-ка поищем сиреноголового. Может, их сравнить по росту. Но мне кажется, сиреноголовый будет, конечно, выше. Вот и озеро какое-то. Так, ты пойдешь за нами? Или это вообще море, ребят? Наверное, озеро. Так, проходим через арку. И он тоже за нами, смотрите, топает. О, как красиво, да? В лунном свете. Да, вот это персонаж. Ну, он такой, пожалуй, один из самых милых тут. Но тут есть еще один такой большой персонаж, который не причиняет вреда никакого, если его не трогать. Так, сиреноголовый. Ты где? Мы хотим тебя сравнить по росту. Ну, пока у нас не получается его найти. И так можно ходить, ребята, очень долго. Ну, походим еще чуть-чуть. О-о! Вот да, попали на карман. Смотрите, ребята. Эти два персонажа.
Cartoon Caps очень маленький по сравнению с этим. Это музыка. Вот. О, пропал. Нет, не пропал. Сейчас, ребята, он побежит на нас. Точно уверен. Ну-ка давай, может, и даже тебя удастся тебя победить. О, нога, нога нашего друга. Смотри, но он что-то руками не шевелит. Как-то вот это. Интересно стоит. Ну что ж, постреляем, постреляем, может что-то и получится у нас. Потому что убегать от него смысла какого. Так, ну с винтовки можно долго, конечно, побеждать. I know he'll be unhappy, cause I'll never wear a frown. Maybe if we keep on smiling, he'll get tired of hacking. Растворился? Ребят, остался только голова и тело. Это потрясающе. Ну ладно, не буду больше с ним связываться. Так, ну давайте-ка побежимся еще тут, посмотрим себе на голову. О, статуя. Так, а статую можно убивать? Я думаю, что статуя просто исчезает. Так, ну что, наш новый друг идет. Он получается такой наш защитник, что Cartoon Cat не нападает. Интересно. Может быть, он не нападает, потому что с нами вот этот наш новый друг. Непонятно. Непонятно, ребята. Так, ну что, тут видно. Ничего не видно. Просто тропинка в лесу. Так, так. Вот тоже ничего не видно. Посмотрите, какое дерево. Старое такое, очень интересное. Так, Cartoon Cat не видно. Так, а вот здесь я знаю еще один спавнится. Еще одно создание такое, враждебное. С рогами. Такими страшными оленями рогами, там человек-олень или олень. Вот я знаю, что вот в этой пещерке он обычно появляется. Давайте посмотрим, как он поведет себя с нами, если мы его еще найдем тут. Так, давайте обойдем с этой стороны. Этот человек-олень обычно здесь поджидает всех. Вот с этой стороны. Давайте-ка проверим. Нет. Ребята, сейчас его нет. Обычно вот он здесь сидит. Вот так свесит ножки и это. Потом выбегает отсюда. Ну ладно. Странно, конечно. Так, ну что, сиреноголовый где? А, вот он, ребят. Вот, он уже вышел из своей ловушки. Видите, человек-олень. Я уже просто как встретил, ребят. И наш друг тоже ходит.
давайте, может быть, еще его повезет победить. Да, ребят, смотрите, мы получаем бейджик за бейджиком. И картун Кэта, и человека-оленя. Это, наверное, благодаря вот дружбе с этим нервным соседом, да? Потому что, ну... Так вот он нам приносит удачу, смотрите. Так, ну что, остался еще самый такой большой, большое создание, это сиреноголовый. И никак я его не найду. Никак я его не найду. Вот вышка, ребята, откуда мы пришли. И сиреноголовый должен быть где-то рядышком. А вот этот друг наш так и ходит за нами. Смотрите. Так что если хотите завести друга, вот берите, находите цветочек, находите этого друга, давайте ему, и он будет ходить за вами по пятам. И я думаю, что будет приносить удачу, потому что мне он уже помог победить двух созданий враждебных. Еще и сиреноголового бы, конечно, помог бы победить, но у меня жизни уже в красной зоне, уже красной жизни совсем, даже если я встречу сиреноголового, то он уже меня с легкостью со мной расправится. Так, ну, друг идет за мной. А, ну, ребята, еще здесь, где-то здесь еще ходячее молоко ходит. Смотрите, вот тотемчик. Тотемчик, который я уже брал. Вот видите, он говорит, что я уже его собирал. Так, здесь где-то молочко ходит. Молочко ходячее. Давайте посмотрим еще его. Молочко, ты где? Молочко, ты где? Так. Не, молочко, похоже, ребят, не здесь. Что-то наш друг не может пройти, видно, ему путь перегородило это дерево. И он не может никак пройти. Так, сиреноголовый, посмотрим по сторонам. Благодаря нашему прибору ночного видения. Так, интересно, может он плавать? Давайте-ка проверим, ребят. Вот здесь, если вы не видели, Микки Маус. Смотрите. С такими глазами светящимися. О, это что еще такое? Он пропал, что ли, ребят? Что это за новости? Микки Маус был и пропал. Так, а друг, смотрите-ка, он ходит. Он вообще ходит-то это по воде. Вот это да. Ничего себе. Вот это да. Так, ну что, мы пересекли эту воду. Попали к месту. Ребята, это место с седьмой концовки. Посмотрите. Если вы найдете эту пещеру и придете и возьмете этот подарок, вас будет ждать ловушка, и вы попадете в эту ловушку и никогда не сможете из нее выбраться. Видите, она замаскирована под подарок. Здесь заброшены листья, ветки, и вы когда туда наступите, то упадете. И это будет у вас седьмая концовка. Я уже ее получал. Так, ну и что? Сиреноголовые, ребята, чувствую, мы с вами не найдем. Поэтому давайте с вами прощаться. Давайте прощаться с нашим новым другом, который добродушный. А вы, ребята, если хотите тоже получить такого друга, то делайте, как я сделал в этом видео. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!